Здравствуйте! Если вам предстоят крепежные или сборочные работы, а также сверление, обратите внимание на аккумуляторную дрель Makita 6281 DVPE. Это добротная двухскоростная дрель со всеми стандартными характеристиками. Широкий диапазон регулировки скорости до 1300 оборотов в минуту. Максимальный диаметр сверления 10 мм. Компактный мотор с надежным редуктором обеспечивает высокий крутящий момент, достигающий 36 ньютонов на метр. Изящный, тонкий корпус инструмента с Т-образной рукояткой не даст вам устать во время работы, а система AutoLock позволит вам очень быстро и без труда менять насадки. Большой и удобный переключатель скоростей. Два аккумулятора в комплекте. Классика в комментариях не нуждается, ведь мы рекомендуем только качественную технику.